Ёбаный в рот, понастраивали этой хуйни, хоть где, бля, пройдешь. Доставка! О, сюда давай. Это о. Ты? Сэр, это ты пиздел на меня в комментах? Все-таки это ты, да? Ты пиздел на меня в комментах, сука. Все-таки заманил меня в ловушку Люцифера, подонок. Я вызываю тебя на дуэль. Я принимаю этот вызов. Телепорт! Телепорт! Дума цеплен, но я не сдамся федералом. Вчера босс дрифтил по городу на танке. И на блатной педали, на базу залетали. Движух обеспечали, всю ночь фасовали. Yeah, what's happening? This your boy BRB и Young Boy Kiev Stoner. И для тех, кто не понимает, что здесь происходит, а таких додиков хоть жопой жуй, я вам сейчас расскажу. Дело в том, что я и большой босс будут соревноваться в том, кто отгадает больше песен. Короче, это жители Соединенных Штатов Америки против ваших ебаных говняных треков. LA против Майами. So let's get it. Yes. И наполовину на волосок от смерти, а потом в темноте все кики за гаражами детства. Это артист Booking Machine, да? So loud. My waves? Сука, я так и знал, бля. Сам ты сука. Я просто не знал. Бля, я ему сказал, он отгадал. Я где-то видел просто. Пиздец, как ты меня так опередил? Я вот не знаю, это вообще как это хорошо разбираться в артистах Booking Machine? Наверное, брат. Booking Machine. Я не знаю, как ты, я не знаю, где ты, с кем ты, мне это не надо. Я не слышал правды, я тебя за все это время не услышал правды. Это сейчас в голове у меня играет. Вообще, знаешь, охуенно. Похоже на скриптонита, но не скриптонит. Вообще есть, короче, охуенное понятие такое незнайкин рэп. Знаешь, вот это проблема русского рэпа, вот незнайкин рэп. Они все, бля, брат, что же делать? Я не знаю, я, блядь, не выкупаю. А что же тут, а что же здесь, ебать? Никто ничего нахуй не может понять. Хватит задавать вопросы, пора действовать. Ебать, ты прям тут должна быть реклама выборов, какая-то да, ебаная. Да, прям избирательная программа. 23 сентября приходи на выборы губернатора Флориды. Вообще, Майами был очень уебищный грязный город, но теперь это отличный американский мегаполис. Спасибо за это. Добкину. Филу Джексону. Филу Джексону. Хотя это тренер Сан-Антонио Спёрс. Да? Спасибо Леброну за переход в Лейкерс. Трилпил? Чепик? Трилпил? Это фотографии, которые? Трилпил нормально, ровный пацан. А я думаю, что ты знакомый. Нормальный пацан. У него просто звукач, походу, новый появился, по-другому сводит его. Ну, чуть-чуть, да. Есть такая хуйня. Собираю сумку, ведь не надо будет скрыться. Я верю в свои силы, но держусь, чтобы не вскрыться. Мне тяжело, брат, они понял. Они знают, что мы пацики именно с запада и решили нас именно этим русской музыкой, понял? Осади, дядь. Но там, я слышал, там шоп. Я вообще не разбираюсь в русском рэпе, я ничего не слушаю, но это фейс. Бля, молитва это просто ебать, что за трек. Это, мне кажется, ну ладно, не буду шутить на этот. Я отвечаю, я не угадал бы, но я просто запомнил панч про Матранга. Я так... А трек, это нового альбома? Я прослушал, да, альбом. А я новый альбом не слушал просто. Всем моим братьям салам! Салам всем моим братьям! Что это за хуйня? Пиздец, выключите это. Слушай, я не знаю даже, что это, брат. Подожди, это типа так надо спрашивать. А сколько ты получил, когда продал этот трек? Ты дрочишь? У тебя есть пенис? Покажи за лупом. Вы просмотрели скетч 3 последних интервью Дудя. А сколько ты ебешься? А ты срешь? Это Киев Стонер лето песня. Хочу, 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 восклицаю. Вот, ебать, это нормальный мозг. Тоже знаю этот трек, выставлял его как-то в сторис, понял? Ну ты как, по-братски его выставил? Брат, ну конечно же по-братски, у тебя что, деньги есть? Young Dolph, Major. Хотел назвать, но вот он опередил. Мне тоже можно зачитать. Пол трясется, бля, братан. Настил деревянный. Крыша из сена. Мы на афише. Крафтовый офис.
Брат, ну ты знаешь? Нет. Я тоже не знаю. Ну давай гадать. Это что-то новое, между монеткой и гречкой, да? Это не Сезана? Да, я же сказал. Что, мы подружа, мы подружали с Лесного, не узнали. Да ёба, ты просто нашли. Увидел вот это и Сезана. Она ж подбрила уже, брат. Тебе видно? Не, брат. Вы с ней друзья? Не, я ее видел один раз в жизни на маятнике Фуко. Вы с ней подруги? Ну ладно, ну хорош, блядь, это не смешная шутка была. 50 Cent и... Get the strap. И Get the strap. Пиздец, а у тебя есть кусок, где ты кашу читает? Очень похож на Sticky Fingers из Onyx. А вы не знаете, блядь, это ж не Сюзанна. Да это ж колхоз. Это ж не Imagine Dragons. Ебать, дядь, я лидирую. Нет. Мне это так нравится. Стой. Я уже так шутил. А я не шучу, я так пью. Это что, Моргенштерн? Самый дикий, гордился папа, вот да, только Моргенштерн, наверное. Я просто слышал разные треки, но у меня такое ощущение, что я вот именно эту фразу все время слышу. На самом деле, я думал, я ни одной русской песни не отгадаю, но пиздец, я теперь... Ну, Моргенштерна ты уж не знаешь, ну ебать. Ну да. Так подняться после ухода с универа, брат, ебана жизнь. Я что-то пропустил. Он ушел из универа? А кого он там играл? Ну, про ТНТ сейчас? Стонер задыхается! Я могу бесконечно так продолжать. Что, хуйня какая-то, да, произошла? Бля, играли в эту игру ВКонтакте Тюряга? Да. Сейчас пойдем рейдом на Сизово, ёпта. Стой. Оп, там что-то... Оп, подогрели, оп. Там что-то такое было. Давно тебя не было в уличных гонках. Заходи. Но мы не выносим ссоры из дома, поспорим знакомыми. Ебать, это лучший баскетболист мира, который ездит на Ягуаре. Яникс? Да. Это Яникс. Да? Я с одной секунды угадаю Яникса, любой трек. Это, бля, это просто шедевр. А, кстати, было Фукол. Мне кока и кола. Прикинь, это... Ты додумайся, бля, это панч нахуй, какой дух смысленный. Шатаут Янг Яни. И шараут, да. Так, парни, очень важный момент. Один представляет Россию, второй Украину. Обязательно победить должна дружба. Так что отгадывайте поровну и не смейте перетягивать никто одеяло на себя. Яни. Эльдар Джарахов. Я первый сказал. Нихуя. А ты клип видел сегодня вышел? Клип не посмотрел. Ну ты и фейсы не послушал. Ну, ты, да. То есть, все модные веяния схватываешь всегда на лету. Короче, Джарахов, вино ты там пьешь или хуйней занимаешься, клип нормал вообще. Не, я видел кадры, дорого сяду. Шатаут Эльдарчик, в наших глазах ты вырос, брат. Ну не, ну неплохо было, кстати. Хотел сегодня, кстати, где-то ретвитнуть это, но не... Это Basic Boy. Я только не запомнил, как трек называется, но я сегодня клип видел. Пиздатый. Шатаут, шараут, Basic Boy. Салют, босс. Я попиваю этот зеленый чай и думаю о том, как ты угадал мою песню, которая, кстати, называется «Странные ребята». Летит респект от уфимских ребят тебе. И вот я делаю такое вот почти сердечко. Я бы сделал нормальное, но... Как видишь, у меня кружка зеленого чая. Peace. Сквозь бат. Нормальный пацан а делает... That's my G, да. Делает сильно, тонко. Остроумно и не дерьмово. Грабим пятерочку. Грабим пятерочку.
беру в заложники тёлочку. Самое важное сейчас вот из фрешменов, чем он отличается, он делает не дерьмово. Он делает очень иронично, а прям очень-очень. Пошел. Привет, Афиша Видео, салют, пацаны, салют, Стонер, салют, босс. Только что вышел про денег, кредит оформили, вторую часть денег я вам отправил. Так что спасибо вам за рекламу, это очень большой вклад в мою карьеру, это прям супер. Все, всем пиз, с вами был Сквозь Баб, пока. Ну как вам? Ой, Марадик, так здорово, ты вообще самый лучший, крутяк. Спасибо, мам. Вообще мне не нравятся поющие, но вот кроме Сквозь Баба, наверное... Но Гонфлат, заебись. И Янг Пимп. Знаете Янг Пимпа? Такой фрешмен. Он 5 лет уже фрешмен. Йоу-йоу-йоу, это молодой сутенер Янг Пимп и This Bitch Motherfucker. Фрешмен, 5 лет. Большой русский босс, салют. Трэпуем каждый день, ждите новый альбом. A-S-T-A-S. Стас, same track about styles. Е-бой! Yeah, 6ix9ine. Это Фефи, Беби, Хехи или Биби. Кеки. Это Биби. Бля, ну что-то легкое вы все делаете. Идите нахуй. Шатаут, шараут, Афиша Видео, идите нахуй. По-братски. Как говорил Ваня Ургант, что если что-то... Он так и сказал? Если там что-то, вот, ну, получается, ну, это ж, ну, нормально. Я вам сказал, если любое, если какая-то негативная движуха, но в конце идет по-братски, то все нормально. Это просто комплексы. По-братски. И все, по-братски. Young Buns. Так, давайте определимся, Young или Lil начало. Тогда хуй знает. Тогда ABN начало, не? YBN. Пацаны, если это я не отгадал, то хуй кто отгадает. Какой самоуверенный, блядь. Да, давайте 4 варианта за жертву. Дай доллар. Че, тебе доллар дать? Подаришь фанатам, да? Да. На, американец, блядь. Он мятый, как из жопы. Брат, ну, главное, что, блядь, с твоих рук, все остальное хуйня. Прикинь, с твоих рук через мои руки к какому-то фанату, понял? Прикинь, кто-то будет тупо держать этот доллар и трогать себя, дядя. А что там есть, да? Есть же теория о 6 рукопожатиях. Не, я знаю теорию гарландского штурвала. Странно, что ты сейчас это не сказал. А еще... Самое хуевое, что я тоже слышал про нее. Нахуй тебе. Моя жертва фанатам этот доллар. Нет, его стоимость сейчас резко упадет. Да похуй. От Киевстонера. Купите в аптеке вот это. One, значит, не один, а первый. Короче, от себя я дарю этот смартфон Projector 2.0. Сюда вставляете смартфон, и что-то он делает. Оп. Оп. Не, это было хорошо. Игнату от Стонера, да. Напиши там, блядь, Пете от босса, блядь. Не, Петя, это частое имя. Вася. Давай Говнославу, правда, давай, напишем. Давай, давай. Говнослав. С днем рождения. С ДР, не, с ДР. С днем Р. Хорош. Ловите маркер обратно. Давай. Неф зе фараон. А ты читал Анну Тоха, МСМ, да? Не, я тоже, я просто понял, не написали, у него почерк видно, что он... Да, это как будто не за фарао. Такой почерк стрёмный. Ты хотел доктором стать, но у тебя ничего не получилось, брат. Шараут, шатаут всем врачам. Очко боссы, брат. Смотрите, что это. Самая лучшая маска в мире, которую только можно надеть на свое лицо. Только плюс это... она была в клипе Mumble. Мы как раз разыгрываем подписки на YouTube Music. Для этого нужно написать в комментариях под этим роликом самый главный плюс этого сервиса. Доха, Доха Кэт. Да, Доха Кэт. Мне тоже очко. Bitch, I'm a cow. I go move. Рушим запреты, стираем грани. Это джига! Эээ, эээ.
Джиган, спасибо тебе за жизнь. Спасибо за твое творчество, брат. Не знаю, как называется трек, я просто не могу вспомнить. Каждый трек дарит позитив. Я знаю, как называется. Это, подожди, это «Молоды мы». Да. Да, спасибо, Джиган, за кальяны по пятаку. Да. Которые ты можешь позволить дарить друзьям. За креветки вкусные. Да, креветки, два подноса были охуенные. Ну вообще, мы богаты, мы можем себе позволить. Спасибо тебе, Денчик, за то, что ты всегда просто кидаешь в WhatsApp свои инстастории и ничего не говоришь. Мы сами уже автоматически знаем, что нам надо делать. Поэтому мы тебя любим. Хотя бы добавь, блядь, по-братски. Мы тебя любим, Денчик. Он либо пизды дает, либо дарит кальяны по пятаку. Как видите, нам фартануло. Бля, это новый малой какой-то, женщина. Я забыл, как его. Он такой маленький, с дредами. Бля, я на него подписан. Ну, я помню, как он выглядит, но я не помню, как его зовут. Сейчас я тебе скажу. Бля, отписался. Я до сих пор думаю о Джигане. Какой замечательный человек Джиган. Я считаю, вообще, вот спасибо солнцу за то, что она создала атмосферу. Спасибо любимому городу Одесса за то, что она сформировалась жизнь на Земле, прикинь. И вот люди развивались много миллиардов лет. Вот эта эволюция произошла, чтобы родился Джиган. И он как бы венец эволюции. И его музыка – это венец музыкального творения. Джиган, спасибо, что ты являешься для нас примером жизни. Спасибо тебе, Денис. Спасибо, Денис. Спасибо. Спасибо тебе. И за кальяна тебе тоже спасибо. По-братски, по пятаку, брат. Я еще лимонад тогда выпил. И, по-моему, салат какой-то съел. Да. Мы пиздец там наели, блядь, на полтинник, наверное. А Джига, знаете, такой, он такой... По-братски. По-братски, да. Может, Джиге позвоним? О, да, давай. Джига, спасибо тебе за жизнь. Спасибо, брат. Спасибо, что ты есть. Мы на афише видео прославляем твое светлое имя. Прославляем твою прическу. Я на каком-то диком корпоративе ворвался, со стола подорвался. Спасибо тебе, Джиган, что ты ходишь на корпоративы. Брат, нам надо, чтобы ты песню отгадал. Все, брат, спасибо тебе большое. Спасибо, Джиган. Спасибо. Спасибо, Денис. Спасибо, брат. Спасибо, братан. Джига говорит, что это исполнитель, нихуя не слышно. Нихуя не слышно, и хуй вы это оспорите. В натуре? Ёбана жизнь. Сейчас мы ему позвоним, блядь. Бля, я никогда Линкин Парк не слушал, мне тяжело было. Я тоже. Ну, я понимаю фанатов Линкин Парка. Фанаты Линкин Парка, шатаут, шараут. Иуда, Иуда, обстоятельно проблеваешь. Блять, может быть это Хаски Иуда? Защита. Мне интересно, откуда он знает эту песню. The first song is by Husky, because he opened up for me here in Russia, and he's great. And I'm new to Husky, and I don't know what the words are. That's okay, because it sounds great. Бля, я понял, короче. Новый альбом Фейса, это вот, короче, как музыка Хаски. Только типа вот, если взять мозг и взять только одно полушарие. Я не утверждаю, что типа Фейс там, типа, знаешь. Я думаю, он намеренно делает музыку, типа, он же знает свою аудиторию. Она такая политизированная. Но Хаски как будто бы, конечно, для меня интереснее звучит. И вот для тебя, ну и для всех. Но последний клип у Хаски тоже пиздатый. И еще инстаграм у Хаски напишите. Ебать смешной. Я сегодня увидел, я охуел. Они да парень, она поет, конечно. Я не знаю, это, бля, это Imagine Dragons. Итак, ребята, мы находимся на офисе видео. Давай поменяемся с телефоном. А ты в кадр влезаешь? Да.
Нам нужна ваша помощь. Отгадайте, что это за трек. Два дебила это сила. Своему брату это скажи, сука. Вот, кстати, вот, смотри, как выглядят эти люди. Вот они. Нихуя это не старый трек Кобзона. Кейфлей? Пиздец, откуда, дядя? У меня не пишется такая хуйня. Кейфлей is awesome. And if you don't know Кейфлей, then you should get to know Кейфлей. And all of the songs are great, but we're gonna do Blood in the Cut. Что там по лесу? У меня только вот видно слава Украине и не слышно. Слава Соединенным Штатам! Все, всем спасибо, всех обнял. Спасибо, я выиграю. Это с викингов? Мы с Киевстонером в храме. Что, в храме это музыки. Это Расмус был? Анита Цой? Подождите. Игра престолов? Ну это точно не из Ведьмака. God of War? God of War? Не, God of War я играю сейчас, нету там такого. Я прошел, охуенишь. Пиздец, я меня так разъебало, когда в Хельхейм на драконе этом ебучем просто летишь. Пиздец, да. Там, да, ты прошел? Ну не, я еще не помню. Еще прошел. Horizon, дядь. Но Horizon что-то, ну хуй знает. Но у меня тоже коротенькая, брат. Ебать, у меня игр на самом деле, как у японского подростка. Босс Тонер, привет с Украины. Хочу, хочу, хочу. Тони Мэнсфилд, Ведьмак. Седьмака? Седьмака? Стрелял. Это какая-то... Дюк Нюкен? Это Хала? Да пиздец, дядя. Да я никогда шучу, не я играл просто в эту игру. Знал, что это Хала. Let's do the theme song from the game Halo. I'm only including this third song to see if I can stump somebody. So, it's not so random. I could have picked a song that was so random you would never get it, but instead I'm just... I wanted... This is like a definitive... part of Linkin Park lore that fans know. Мы заметили в комментариях, что вам мало 20 треков, поэтому вместе с YouTube Music мы решили загадать вам еще 10. Пишите в комментах свои ответы с хэштегом 100 секунд. Первые 25 и последние 25 правильно ответивших получат 3-месячную подписку на YouTube Music. Итоги подведем через 2 недели. Поехали, угадывайте. Back and forth, water wall, use a jaw, lost the draws, in the sauce, now on the job, never off, that pussy got. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Traffic controls the landing. Denza fara denza, I am a lock my ammo. Grande por el casa, hands up, pony chihuahua. Gusto rico dante. Oh shit! И такие, знаешь, стояли в одинаковой форме. Короче, победила дружба, да? Победил тебя. Джиган, спасибо тебе за победу. Спасибо вообще, что разрешил поучаствовать в твоей программе. Спасибо, что даешь
топтать свою землю. И от афиши спасибо за то, что одно из своих офисных зданий ты разрешаешь снимать под офис. Спасибо, Данчик. Спасибо, спасибо, спасибо большое. Я не вижу ничего вокруг, лишь только нашу тусу. Чуха-чуха-чу, восклицают тёлки, тёлки, вон отец иголки. Хочется завершить эту программу на позитивной ноте. И сказать всем спасибо за то, что вы смотрите афишу видео. А смотрите вы ее только потому, что Джиган придумал интернет. Он придумал оптоволокно, придумал Бентли и сидеть. Алькантару но тоже. Но не за репост. Алькантару тоже он придумал. Да, репостите это видео, за него вряд ли вас посадят. Скорее всего. Но если вдруг придут, знаете, это не мы. Это все афиша видео. До скорых встреч. Скорее всего, вас посадят просто по-братски. По-братски. Главное, чтобы вас посадили в камеру, а не на бутылку. Теперь по-настоящему важная информация, ребята. В конце сентября выходит самый важный альбом этого года «Same Tracks About Style» от меня и Пимпа. Также 9 декабря состоится наш концерт с презентацией альбома. А где? В Москве. В клубе Арбат Холл. Приходи, там лучше, чем у тебя дома в любом случае. В Питере вот еще вот такого числа будет презентация. Пока дату не выбрали. Да. Также в октябре вот такого числа будет концерт в Москве. И вот такого числа будет концерт в Питере. И 2 ноября будет концерт в Киеве, в Стереоплазе. Поэтому, ребята, кто ценит творчество неизвестности и Киев Стонера, приходите обязательно на концерты. Также хочу сказать, что в конце декабря выйдет альбом от неизвестности и в начале декабря выйдет альбом от Киев Стонера, скорее всего. Либо уже в начале января. Посмотрим. Альбом у нас получился, конечно, с Пимпом от души. А вы на фейс меня возьмете? Да, давай. Но лучше добейте уже 3 миллиона на нашем канале. Там 2940. Также смотрите мой выпуск с Пашей Техником на канале у босса. Добейте ему 3 ляма и смотрите обязательно. Короче, блядь, не напрягайтесь, мы делаем это для вас. Да. Цените вообще вот, сука. Цените эти моменты. А кто лучше, ебать, кто лучше? Вот ты, говорит, скатился, говно. Ну назови лучше, блядь, возьми сам сделай, заебал. Нет, ничего лучше, блядь, все еще хуже, чем мы делаем. Так что идите нахуй, не пиздите, блядь. Смотрите, что дают. По-братски. Да, по-братски. Мы все-таки стараемся. По-братски. Но вообще, сейчас новый сезон будем запускать. И, кстати, этот выпуск посвящается Джигану. Так что да, давайте спасибо. Похлопаем. Спасибо вам, до свидания. Спасибо, Джига. Ставьте Джиган. Ставьте Джиган и делайте Джигу. Ну что, пацаны, дошутились, выселил нас Джиган. Да, неожиданно. Денис, по-братски, может, еще полгодик. Верни обратно, а. Одно из своих офисных зданий ты разрешаешь снимать под офис. Да пошло оно к черту.